Начальник управления стратегии развития промышленности администрации главы республики Евгений Лавринов сообщил, что власти ДНР рассматривают возможность снабжения металлургических заводов сырьем с месторождением Курской магнитной аномалии в России как альтернативу поставкам из Украины. Наиболее оптимальным месторождением с точки зрения логистики необходимых характеристик является месторождение Курской магнитной аномалии. Потенциальные курские партнеры не раскрываются из коммерческих соображений, заявил Лавринов. Также, по его словам, возможны поставки не только курского железорудного концентрата, но и готового окатыша, либо агломерата, полученного в последующем этапе обработки. На сегодняшний день поставки железорудного окатыша для металлургических заводов ДНР осуществляются через железнодорожный перегон Скотоватая и Синоватая, но из-за перегруженности этого пути происходят сбои в поставках сырья.